Друзья, всем привет. Охота на зайца. Утро, 21 число. Вот. Нашли свежий след. Ночью снег шел. Вот, много снега выпало. Вот, по дороге. В общем, вот там след зайца с леса на луг. А у меня тут, то есть у меня вот тут с леса на луг, а вот там через 20 метров с луга на лес. Вот собака туда сходил, вернулся по следу. По следу вернулся. Значит, будет заяц все-таки у нас в лузе лежать. Зайчика подняли. Давай, 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 жить. Сбила его, видишь. Что? Сбила она. Ну, сейчас пойдет. Да должен он на лед пойти. По льду будет крутить. Пошли, пошли так. Беляк, не? Пошли быстрее куда-нибудь на чистое. От него отстаёт. Видишь, на лес не пошел, бля. А ты что, я сюда и зайду. И пойду куда-нибудь. Заяц наш скинул. Пусть чем-то на.
далеко, блядь. Хитрый, сука. Он пошел. Пошел на лес. Туда, 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 Берта! О, дядя Вайл. Или Гриша. Все, зайца забрали. Дядя Витя, это вы добили или это Гриша? Блин. О, это я так стрелял, блин. Лошара. О, бля, занизил капитально, ну далеко был заяц, где он тут сидел, бля. Я знаю! Вот это он, сюда вот выскочил, а это первый его след. Вообще не попал, короче, по зайцу. Вся дробь он раньше легла. Ну, но... так нормально, но покажи зайца. Хотя поснимать. Давай с полем. Давай, а? С полем, говорю. Ну понял. Ну побачных. Здоровый, блядь, кабан. Ну. И он ко мне там подбил, я ему зад пробил. Иногда он там. Видишь, ну? Батька стрелял. На меня вышел, я стрелял, ты забрал. Да, и вот это вот, и он да. Вот сюда вот вышел. Ну, да. Отлично. Все, первый мой трофей. Че первый? Второй мой, не? Первый? Первый в этом году, я ничего не понял, только ты два собаки, на меня же еще ушел. А, ну все, с полем, значит, вдвойне. Да. Ну, уже закрытие, ты только открылся. Ну, бывает. Ну все, охота состоялась. Мне, к сожалению, не повезло. У меня тут правда далеко было. Заяц еще такой на след мой сел, вижу. Такой вроде как понюхал, подумал и в сторону решил слинять, поэтому я ждать не стал. Думаю, сразу в пальню, да и все. Вот. Но по дроби глянул, короче, вообще занизил и первым, и вторым. Вот. Практически до зайца ничего не долетело. Вот. А выше было брать. Ну, слава богу, что Гриша рядышком оказался. И заяц прямо на него вышел, в общем. Так что все сложилось неплохо.